У большинства блогеров дальнобойщиков и не только у них, последняя загрузка видео была 2 или 3 недели назад. Первый из так называемых блогеров-дальнобойщиков, об уходе с Ютуба, заявил Большегруз40рус, он же Анатолий Кречетов. Он уходит в Яндекс.Дзен. Последний, наверное, ролик в Ютубе. Все! Приехали. Инстаграм. Фейсбук туда же. Ну вот и Ютуб. Поэтому... Все, кто хочет оставаться со мной, будем развиваться на других площадках. Ссылочку оставлю на Яндекс.Дзен, где будут ролики выходить. Ссылочку оставлю на Телеграм-канал, где я также буду выкладывать какие-то ролики. Что я еще хотел бы сказать? Некоторые думают, что... Мы пропадем, мы не пропадем. Очень много пишут, ну что, ну как. Да ничего, как бы справимся. До этого уже справлялись. Я когда заходил на YouTube, не для заработка. Короче, ребята, не для заработка я сюда заходил, а чтобы пилить контент. Посмотрим, кстати, сколько не получит с Ютуба Большегруз40рус, он же Анатолий Кречетов, а не получит он, довольно много, 325 тысяч рублей. Представляете, сколько слез пролито, как страдает бедный Большегруз40рус, он же Анатолий Кречетов. В общем, богатые тоже плачут. Калин86, он же Николай Галенко, не был столь категоричен, но тоже заявил о своем Яндекс.Дзене. Многие ребята говорят, что возможно полное закрытие Ютуба и переходят на дополнительные платформы, похожие на Ютуб. Такая платформа у меня существует. Вот, платформа эта называется Яндекс.Дзен. Знает. Монетизацию уже отключили, канал создавался, как сказать, не с целью какого-то заработка. Ну и еще один сдреснул с Ютуба, это Хачуха, он же Алексей Новиков. Этот свалил молча, пока не сказав об этом ни слова. Подзавязываем, так сказать, как их называют, эти ремни, все, монетизацию вырубили нахрен. Денег, гроши за YouTube платить не будут, поэтому все. Все эти блогеры сейчас говорят одно и то же, мы не ради денег, а ради вас. Но при этом, они все, побежали туда, где есть еще монетизация, то есть те самые деньги, которые, как они утверждают, им вовсе не нужны. Интересно, куда потечет эта блогерская субстанция после того, как Яндекс.Дзен сдохнет. Смешно, конечно, в поисках новой монетизации, жлобы потянулись в Яндекс.Дзен. А тут новость, Яндекс официально подтвердил намерение продать Яндекс.Дзен. Вы можете подписаться на канал Уксус Влог для быстрого доступа к новым видео. А на данный момент это все.